Мэнчики и вумчики, безусловно, вас приветствую. Постоянные подписчики моего канала знают, что я, ну, буквально, как некоторые писали в комментариях, хейтер Пандау. У меня более 60 видео о Пандау. То есть это мое прошлое, буквально, я этим занимался. И, собственно говоря, я не просто хейтил, говорил, какие Пандау плохие, я прям вот в их правила тыкал, факты, доказательства, почему то не так и это не так, почему они нарушают свои правила. Все доказывал, доказательная база и все в этом роде. То есть не просто хейт, а критика. Но я давно забросил эту тему Пандау элементарно, потому что, ну, просто уже невозможно, да? Но сейчас на Пандау снова появились интересные предложения, скидки. Например, ну, сейчас я вам скажу. Xiaomi Redmi Note 7, 3.32, быстрая доставка до 20 дней. На практике дней 10 за 7732, что-то такое, короче, 7500, да, до 8000 рублей. Ну, по-моему, так ни хреново, да? Или Xiaomi Mi 8 Lite за 8800 на 6,64 гигабайтная версия. Ну или вот iPhone XS за 47000 рублей от проверенного продавца. То есть это я говорю сейчас о проверенных продавцах, то есть не каких-то там барыгах, да, которые только пришли и пытаются вас втюхать вам что-то. Я говорю топ-тейдж, да, допустим, к примеру. Я не буду сейчас называть всех продавцов, но вот в этом все роде. Или, допустим, Samsung Galaxy S10 за 34100. Как вам такая цена, когда на Тимоле он стоит со скидкой 10 тысяч по акции 59 тысяч рублей? На Тимоле, понимаете? А тут в России вообще, типа как вот, это не реклама, DNS, видео, там вот это вот все, под 70 тысяч, да, это вообще норма. 128 гигабайтная версия, 8 гигабайт оперативки, 34 тысячи здесь, представляете? Вот такая вот тема происходит на Пандау. 40% скидки вообще изи. А покупать ли там? Ну, там долго ведутся споры, плохая поддержка и все в этом роде. У меня на канале более 60 видео, изучайте. Вот, судя по этому, не стоит. Но Samsung S10 за 34 тысячи или Redmi Note 7 за 7500, ну, как бы, каждый решает сам для себя. Буду ли я покупать? По-любому. Ну, это не значит, что вам тоже нужно покупать. То есть я ни в коем случае, это не реклама, там я не рекомендую. Я говорил, что Пандау — это самая ущербная площадка в мире, по моему мнению. То есть я не рекомендую, понимаете? Это ваше вообще дело. Ну, а если вы хотите быть в курсе событий, что я куплю, как это будет продвигаться, стали ли Пандау лучше, да, сервис их, то подпишитесь на канал, я, по-моему, придется возродить эту рубрику «Пандануты донати, а что делать?». Я заказываю оттуда товары сейчас и обо всем вас оповещаю. Вот, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, соответственно. Поставьте лайк, чтобы поддержать эту рубрику, потому что это вообще народная рубрика. Чисто мне вообще, вот как вот, о телефонах я люблю снимать, ну просто Пандау. Такое себе, да? Напишите свой комментарий, будете ли вы там покупать, как вы относитесь к Пандау, изменилось ли ваше отношение к ним или нет. Ну, а мы с вами, мэнчики и вумчики, как всегда, будем оставаться, безусловно, на связи.